Привет, друзья! Что ж, давно мы с вами давненько не виделись, да. Сразу хочу принести извинения свои за то, что давно в эфир не выходил, что называется. Все в порядке, вот, никуда я не делся, не пропал. Вот, просто, ну, обычные, банальные бытовые вопросы, работа, авралы. Вот, все никак было... Не было времени выбраться толком на охоту. Ну вот, пробовал на рябчика выбираться, результата не было, показать вам было нечего, к сожалению. Ездили с Илюхой тоже закрываться на утку, на торф карьеры. Ну, утки как бы особо тоже не было. Вот, и сейчас я уже с вами на связь выхожу в новом охотничьем сезоне. Открываемся сегодня по зайцу. Опять же, я с напарником Ильей, он вам уже давно знаком, в принципе, кто меня смотрит. Вот, мы приехали в угодье, это угодье Московской области, северо-западнее, так скажем, Московской области, погонять зайца. Вот, угодье нам, ну, не знакомо практически, только так, по наитию. Сегодня мы с вами будем охотиться с русской гончей, вот. Это прекрасный выжловец двухгодовалый, рабочий. Нашли мы в этих угодьях местного дядьку, охотника, мужика, который держит вот собачек. И у него еще есть, ну, молоденькая совсем выжловка, русская пега. Ну, ей всего 5 месяцев, она так пока играет еще. Ну, ребенок, в общем-то. Вот, попробуем с вами поохотиться сегодня на зайца. Посмотрим, что из этого получится. Места нам вообще не знакомы. То есть вся надежда как бы на собак и на их работу. То есть на собаку. Вот. Ну и на наш нюх с Илюхой. Вот, посмотрим. Не знаю вообще, есть тут заяц или нет. Ну, раз уж мужик говорит, есть Гриша, ну, значит, наверное, он тут должен быть. Походим, погуляем. Погода прекрасная. Сегодня там... Прям такой морозец с утра, минус 16, вот, так утеплились уже все, но солнечно, солнечно, и вот решили сегодня съездить, сейчас начало декабря, потому что уже со следующей недели, да даже вроде как бы из сегодняшнего вечера, уже передают такой прям хороший снегопад. Снега нападало, в принципе, у нас не так много, но прошел так хорошо, 2 дня вот тут на неделе, на той неделе такой снегопад, и после этого устаканилось... Такая солнечная, ясная, морозная погода. Это как раз самое то время, чтобы погонять зайчика. В общем, на самом деле, это такая у нас сегодня будет разведка, прогулка. Опять же, кто меня смотрит, тот привык уже, что это природа, что это общение с природой. Это, в конце концов, физическая закалка. Размяться, вот, проверить места. Если, ну, как пойдет, ребят. Загадывать я, вы знаете, не люблю. В общем, нам не пуха. Вот, сейчас соберемся, обсудим план действий, дождемся мы Гришу с собаками и пойдемте охотиться в путь вперед, друзья. Нахожен. Красота, да, Илюх? Вот прям вообще сейчас восход и... А блестит, блестит прям вот, ребят, да? Снег прям блестит на этой траве. Минус 16, обалдеть. О, прогнозы у нас. Все, Илюх, мы туда, да? Вот в те края. Давай, может, метров на 30 должны быть подъем, если слышишь. Ну давай. Ну я вот так вот, я просто смотрю, вот так сейчас вдоль. Я тоже на след посматриваю, да. О, смотри, к кому-то не холодно на этом, на мотоцикле ездить. Она уже глубинка, да? Уже все по другому. Люди уже совершенно по другим правилам живут. Не-не, слушай, он это, он правильно говорит. Мы, конечно, шумим вообще сейчас, орем. Но он правильно говорит, они могут вот там внизу сидеть. Они, скорее всего, там и сидят. Если они тут есть, конечно. Ну, первый раз не знаем же ничего. Да, да, да. Не, не, это хорошо. Вот на теревов уже можно.
Я бы осенью хотел попробовать на тетеревок еще. Гриша с собакой туда пошел. По вот те милятник чесать. Илюха в полвысоты. Я тут по высоте иду. Может, и ружье надо вскинуть на всякий. А вдруг? Ну что, ребят, стоим, ждем. Собака учесала куда-то туда, вообще далеко. Красота. В общем, собаку не слышно. Ушла она куда-то, я так боюсь, что вообще угнала зайца куда-то очень далеко. Илюха вон виднеется, его там, если видно, оранжевый маркер, шапочка. Стоим, красота, холод, мороз такой. Я думаю, пойти туда наверх, вот в тот угол, посмотреть, что там за поле. Может, там чеснуть, потому что что-то тишина какая-то. Сейчас подойду к Илюхе, посоветуемся. Ну, тут она хорошо, она распутывала хорошо. Илюха говорит, там след вот в том лесу заячий был. Не знаю, ребят. В общем, решили, ребят, идти. Сейчас собака ушла по следу. То ли косули, то ли зайчему, да, Илюх? Вот. Заяц, ну ты же увидел. Там был гонный след. Такой. Приличный. Да. Нам не хватило, ребят, где-то, наверное, минутки до двух, чтобы заяц, в общем, раньше прошел. Вот. Григорий с собакой, с девочкой этой молоденькой выжиловкой туда. А мы наверх туда, на солнце идем. Там поле вроде какое-то. Ну, пойдем туда чесать. А собака у него, как его зовут, Илюх? Ай. Вот Ай выжиловец, он, говорит, сам возвращается по следу. Ну, ладно. Сейчас мы в эти кусты. Не получилось такого, что мы сейчас Ай увидим только после обеда. Как тогда? Ну, всяко может быть. А вот смотри, видишь, вот это ж косулячий. Да. Свежий? Нет, ну, не свежий. Не свежий. Да нет, это не свежий. Вот он свежий был. Так это, я думал, это лисья, а это косуля, оказывается, тут ходит, бродит. Не, я думаю, что если бы то был заяц,
она бы, наверное, завернула бы. Он бы. И собака бы завернула. Ну, смотри. Тропа. А снег, видишь, рыхлый, Илюх. След распадается. И хрен поймешь, кто это был. Ух ты, красота какая. Слушай, а тут тепло. Что? Тут тепло. Прям солнце греет. Двойной такой. Так, а вот это? Вот это прям тропа. Похоже, да, заячья тропа. Причем, да, это скорее всего заяц. Вот это вот заяц. А тут такая сдвойка идет. Как бы это ни был тем зайцем, которого Ай погнал. И вот куда здесь? Вот сдвойка. Да-да, это заяц. Ну, пойду туда. Нет одиночного следа. Вроде бы зайчий, да. И вроде бы даже свежий. Сдвоенный след идет. Туда, вниз. Не факт, может и в ту сторону. Не знаю, иду по чуйке чисто. Без собак, вот бы собаку сюда поставить, он бы распутал. Да-да, прям такая сдвойка хорошая. Ага, точно. Вот он, тянется прям. Вот она, видно, да? Здесь он что-то. Мужик какой-то. Да, вот он, вот заячий след. Опять сдвойка пошла. Там мужик пилит что-то. Ага, обратно. Да, вот он, заячий след. Свежий. Да, да, да. Мужик что-то пилит. Вот он, вот. Вот они. Вот он тут сдвойку делал. Да, крутился. Заяц тут крутился. Или его крутили. Да, да, да. Где-то тут он был. Сейчас, Илюха, дождемся. Обговорим этот момент. Один на север, второй на юг. Вот это, который да. Сейчас, вот ты вот так я же. Я пошел на север туда. Туда. Дошел до скидки. А посмотрел
куда скидывал. Скидывал. Не нашел. Обошел все в радиусе 10 метров. Ну, он может... То есть ты скидку видел, а Лешку? Лешку не видел. Может быть, подшумел где-то. Опять же, если он куда-то поднялся, выпрыгнул, куда-то он мог уйти. Я не нашел след, куда он приземлился. Вот этого. Они, бывают 3 метра, я видел, но прыгают. Я обошел все ради 5 метров. Может быть, я плохо смотрел. Может быть, он куда-то там уже полетел. Может быть, как-то вот я неправильно прочел этот след. Может, не... Но там вот ты видел, там сдвоек очень много. Ну, и вот много, я... но они есть. Нет, я тебе сейчас покажу, где их очень много. Причем... Там еще один след идет, какой-то косулячий, что ли, рядом. Ну вот у меня слева зайчий, справа косулячий. Ну так это, и в общем, ну то есть ты хочешь сказать, ты по этой дороге прям шел? Я прошел 250-300 метров, даже пошел до скидки, но не нашел куда. Не нашел. Не нашел. То есть он мог, знаешь, как он может развернулся и пойти по своим же следам. Ну вот, потому это что же... вот здесь, вот куда ты не дошел, он и обратно след свежий идет. И причем он не гонный. Он такой обычный, спокойный. Он гулял ночью, он не гонный, он не харчевался, он просто. Он такой спокойный, да. Причем я шел. Он просто перед тем, как здесь Алешку запутывал. Да, причем он такой иногда, знаешь, утренний. Такой. Он такой еще иногда посидел где-то такой, да. Постоял где-то. Ну, давай тогда туда, по этой же дороге, вниз и вверх туда пройдем, посмотрим. Так, ну что? Вот этот вот след, видишь, он оттуда туда идет. Вот туда. А вот этот, Илюх, вот она, сдвойка, туда пошел. Посмотри, вот он. Видишь, да? В твою сторону. Вот и думай. Я тебе говорю, тут не он не один, скорее всего. Вот он, смотри, слева от тебя, четкий, прям слева туда. Это пошел, вот здесь два следа. Вот раз. Это сдвойка. Два. Это он сдваивал след. Это один заяц. Он вот видишь, тут что-то потоптался. И вот оттуда, вот эта дорога, она вот так вдоль того леса идет. Тут вообще пипец. Еще и здесь, да? Еще и здесь. А вот. Здесь он, смотри, он шел по своим следам, причем в разных направлениях. Да, да, да. Но это сдвойка. Его... И отсюда наклон, и отсюда. Короче, я тебе так скажу. И вот это, ты не затаптывай только. Смотри, и вот это вот тянется аж туда. Я туда не пошел. Это мы еще туда можем прогуляться. Просто дело все в том, что когда он вот так делает, это значит, где-то он будет скоро скидку делать. Это вот о чем говорит. Но у меня такое ощущение, вот смотри, вот один след четкий, да, и вот второй. То есть не может ли это быть несколько зайцев? Такое ощущение, что тут несколько зайцев. Вот у меня, ну так уже, чисто по опыту, потому что не может один натоптать столько. Хотя, вот здесь он посидел, что-то... Пожировал, да. Пошел, видишь, он достал травку. Да, да, травку какую-то. Да. Угу. Это он жировал. Вот, вот. А вот в этих вот елках, вот тут вот, мужик что-то пилил. И вот она туда вот и... Да, да, жировочный след, да, это жировочный след. Вот еще, видишь, вот. То есть, я говорю, где-то он тут пожировал, и дальше... Пошел путаться уже. Вот, видишь, я почему обратно вернулся? Это уже туда пошел. Вот почему я говорю... К которому я и шел. А вот он один четкий идет, вот. И? Смотри, где он скинулся, потому что он не сдвойка, да? Сдвойка. А когда мы заходили, был четкий одинарный след. Ну? И где-то по дороге он скинулся. А там скинулся, когда я просто разогнулся. Ну, а чем тебе вот это не скидка? Вот же ж.
Да вот он. Вот она. Ага. Идет в завалы. Да, вроде бы. Уф, находился я, друзья, за этим зайцем. Одиночный след, ну прям я вообще, я прям уже чувствовал, где-то вот он рядом. Потом он, ну так уже по такой траве, с этой самой, под снегом след проваливается. Что-то я его потерял, потом нашел еще какой-то второй, ну вы видели. И так я и не понял, куда они тут делись, потому что, ну где-то может в Милятнике. Я в общем присел тут на бревнышко. И сижу, смотрю, тут следы идут. Не то зайчи, не то непонятно чьи, в общем, может, куницыны. Вот, аж туда по этому бревну. В общем, я тут сижу, чай пью. С той стороны, сейчас я не снимал выстрелы. Ну, там Илюха, там понятно. Наверное, он этот меня потерял. Нет, чтобы покричать, так он это... пострелять решил, а может, черт его знает, а может, это я зайца поднял отсюда какого-нибудь, пока я тут чай пил, он, заяц, туда пошел, Илюха его взял, потому что я вот не знаю, ну, да, два раза он выстрелил, но, скорее всего, это он меня просто ищет. Вот, я так понимаю, значит, у нас, по сути, что произошло, собака, гончак, убежал куда-то, я так понимаю, за косулей, назад он не вернулся. Григорий тоже куда-то ушел. В общем, я тут вообще один, я пошел по этому следу, Илюха там остался, вероятно всего. Как возвращаться обратно, я-то знаю, не проблема. Вот. Главное, я еще часы с собой забыл сегодня. Ну, счастливый человек. Вот, я так подозреваю, в общем, солнце у нас с вами потихонечку так вот к закату туда идет. Запад у нас там, да, север там. Ну, значит, у нас
На этом самом, на востоке там машины стоят. Пятачок этот, дорога. В общем, вот туда, в ту степь, там дорога. Туда идти, наверное, километров 4, если не больше. Ну, буду сейчас топать, а что? Один в гордом одиночестве. Ну, хорошо, я тут посидел прекрасно. Где-то, наверное, я, наверное, минут 40 уже здесь сижу, чай пью, распиваю. Вот, вот такая вот она охота на зайца. Такое вот у нас открытие в Московской области. Вот как оно, оно так и нормально. Это нормально. Это сегодня проба пера такая. Я вообще очень рад, что выбрался. А вот, ребят, выбрался я из Милятника. И вот смотрите, что я тут вижу. Я вижу одиночный, довольно четкий заячий след. Уж не потому ли зайцу Илюха и стрелял. Вот, пожалуйста, вам. Красота. Вот он поскакал. Вот сюда он поскакал. А может быть, это тот самый заяц. Я вот оттуда заходил. Вот там вот я этот след нашел. Это косуля чертила. Вот. А это вот он. Может, это по нему все-таки Илюха стрелял, а не меня он звал вовсе. Уже там все с зайцами. Я тут один сидел, чаи распивал. Ну ладно. Ну все, это уже так я, конечно. Вроде его не было, этого следа. А тут уже поспокойней. Не, без собаки, конечно, тяжко. Тяжко без собаки. А в принципе, дорога-то вон тоже. Я, наверное, вот так вот выйду. Я не туда пойду, мы оттуда пришли. Вот, а пойду-ка я обойду, выйду на дорогу и пойду обратно по дороге. Ага. А, Илюха там мерзнет, наверное, у машины. Ключи-то у меня. Так, а вон, а, кстати, вон он ходит. Илюха. Красавец. Наверное, с зайцем уже. Да, вон он пошел. Вон Илюха идет. Он, оказывается, здесь. И что-то как-то он идет, голову так склонил. Вот так вот согнулся. Что-то, видимо, тяжелое тащит. Слона, наверное. Вот они, красавцы. Вот она. Ах ты, хороший. Ну что? Нет, сняли его. Да, я. Да. Вон тот милятник же чесал. Ты же видел, я там одиночный след нашел. Там два следа было. Два. Я направо повел, он еще скоро закончился. Дуся! Я по нему прошел. А ты по левому пошел. Я уж не стал ломиться. Пошли. Тоже смотрю, ты там как сикач. Я там как этот, как лось через этот поломился, через кусты. Но я думал, это он поднимется. Что, распутал? Я его распутал, я одиночный нашел. А потом лёжки дальше нашел, я две лёжки находил. Но потом просто дело в том, что вот такой вот рыхлый, он по нему поскакал, там проваливается, все, перепутан с косулячем, нашел лёжку косули и зайчу. Но зайчья лёжка не сегодня, то есть она не свежая. А второй след, он просто туда в лес потерялся. Я уже в лес не по... Я уже устал. Обратили внимание, сейчас вот здесь выставились бы на дороге втроем. Я и говорю. Сабани, вот там да здесь тебе... вообще шикарно. Здесь его, да. Вот этот одиночный след, он аж оттуда тянется. Здесь вот, вот так вот перекрыт. Сюда съезжаки, сюда съезжаки. Конечно. Вставать, блядь, красота. Ну где он есть? Черт его, да, вот так вот это. Слушай, о чем мы сейчас, какие планы-то? Да, я хочу туда к машине пойти. Может, еще там стрельнуть, может, придет. Я не знаю, что делать. Да, но ушел он капитально, и ушел он туда на север. Ну смотри, по сути, охота максимум 2 часа. Сейчас сколько время? Сейчас ровно 2. Ну, а осталось-то, да, световой день еще 2 часа, да, в 4 уже будет. И час еще нам идти, поэтому надо потихонечку. А что, если мы вот тут пройдем? Ну, давай тогда... А что, тут же ближе, правильно? Тогда мы... Я не знаю, ближе, не ближе.
просто вы дойдете до той фермерской хозяйства. Да. По этой косе, чуть-чуть правее возьмете. Да. И вправо мимо нее, мимо пахоти. И туда также к машинам и выйдет. Вот по этой дороге, в принципе. Грубо говоря, вот так. Эта дорога сейчас пойдет, наверное, в деревню. А, она в деревню. Вот здесь вот уже на поле дачи. Вы потом правее возьмете, там еще есть одна дорога. Будет прогалок, вы правее возьмете и выйдете прямо на этот... На дорогу. На дорогу, на этот, где фермерские вот это там, хозяйство. Ты что там увидел-то? Сотовая вышка. Где? Сделанная... 200 метров, куда я рукой показываю, там где березки, какой-то поднавес какой-то сделан. Ну, может быть, да, ну дети, может, что. Вышли мы, друзья, вот на дорогу, на эту, по которой, в принципе, и приехали. Вот красота какая, солнышко уже, как видите, да, начало. Время к трем. Все, уже так краски поменялись совершенно. И все, и уже облака нагоняются. В общем-то, правильно погодник говорил, будет метель. Но сейчас так безветренно, там красота, конечно, вот это все. И все, сейчас мы идем на нашу точку сбора. Собака так и не вышла, к сожалению. Собака так и не вышла, не вернулась точнее. В общем, хорошо он увлекся. А мы вот такой вот крюк с Ильей совершили. Сюда вот наша тропа. По ней мы, собственно, и вернулись. Вот такие вот у нас первые приключения в сезоне. Уставший Илюх, но довольный, да? Я еще свежий. Свежий? Ну а что, давай вот ту прочешем, вот та вот. А сейчас... Я думаю, все равно сейчас еще Гриша будет собаку искать часа два. Не ну, мы пока подождем. Мы на точке... С тобой туда идти. К речке. К речке, да? Да. А речка, она вдоль леса того... Речка идет по той стороне, потом поворачивает. Там где-то мостик дальше, чтобы не доехать. Ага. Ну, темнеет сейчас рано. Темнеет, уже... Вот было бы сейчас еще часа два раньше, часов, ну час дня, еще бы имел смысл. Мы с тобой прошли сегодня, будь здоров, на самом деле. Я-то уж точно там натоптал. Нормально. А тут ветер прям такой, да, ощущается. Ну что, сейчас метафора уже такая комфортная, ветер уже ощущается. Да, уже... Воздух немножко прогрелся. Но мы еще хорошо походили. Да, поэтому... минус 8, минус 9, не холодно. Да, да, да. Ну вот, друзья, такое у нас открытие сезона по зайчику. След мы видели. Но правильно, из следов шурпы не сваришь. Все правильно. Вот. У нас такая разведка была. Посмотрели, как, в принципе, да, посмотрели в самом начале, как работала собака. Она хорошо работала. Вопрос только по кому. Вот. Какие-то определенные выводы пока рано, наверное, делать. Посмотрим, взвесим. Да, Илюх? Я думаю, еще пойдем. Еще пойдем, да. А у нас вариант-то есть. Мы можем и в Смоленщину съездить. Вот. Так что все только начинается, друзья. Будут и зайцы, и тропить еще будем. И... Да, у нас с вами через ровно через неделю, как обычно, по традиции, коллективный выезд на лося. Загоны на лося. Ярославская область. Я так думаю, что мы с вами там же уже и увидимся. Большущей всем удачи. Ни пуха вам, ни пера. А вот, Илюх, ни пуха, ни пера. То есть пух – это же вот за, ну, пушнина. Да? Пух – это и птиц тоже пух есть. В общем, ни пуха вам, ни пера, друзья. И пока увидимся. Будьте здоровы. А? Живите богато. И это правильно.